Не идти в лес. Опа, флешка. Догонишь. Красный, красный, красный. Если что, это из-за этого. Все. Ураган, пожалуйста, один раз в жизни. Просто откинь все. Так, проверяем этот кантри. Опа. Тихо. Этот кантри с кем там был? Сейчас проверим еще раз. Чупекс, мне кажется, не траука. Мне показалось или зачистили труп? Нет, тропов нет. Было бы что чистили. Я экзекью акционер, надо кикнуть Чупика. Понял, выкидываем. Помогите, пожалуйста, да. Хорошо. Может мы... Давай, давай. Давайте, я за. Спасибо. Че, все в ураганы кидаем или как? Как в прошлом раунде. Меня, ему победу нужно. Да, пожалуйста. Че, ебанутые, блядь. Че, вы че, реально? Ураган, ты реально экзекционер или нет? Нет, он чисто, походу. Спасибо за второй ролик. Охуеть! Понимаю, понимаю. Охуеть! Один вопрос. Мне выпала роль блэкмейлер. Это типа, ты на голосовании, ты можешь заткнуть человека, он не будет с нами в Дискорде разговаривать. Не на голосовании, не-не-не-не-не-не. Это прям в самой катке я нашел. Ну ты выбираешь человека, и все, когда будет голосование, он не будет говорить. Опа! Ребят, я очень хочу сделать это, правда. Аси, извини. Но, Аси, брат. Блять, не попал, сука. Не попал. Я не... Возрождайся. Да. Объясняем. О, что? Чё? Сейчас объясняю, какой момент. Бля, Литпут, я тебя обожаю просто, Литпут. Ты просто высший пилотаж, я тебе так скажу. Во-первых... это так сработало. Джонни пошел меня, он вигилантом был, он убивает меня, сам тоже падает, рядом стоял Знат и Ураган. Хурикан. Хурикан убивает Зната, подбегает Литпут, воскрешает меня, короче, и вот я... Да? Что у вас там за схема произошла? Я убиваю Зната? Ничего то, что я подбегаю, выполняю задание, падает сначала. Да, и ты не решил не репортить, да. Да. Потому что потом подбегает Литпут и восстанавливаешься ты. Это ураган. Ой, хурикан. Короче... Лучше Ася. Это хурикан, чисто хурикан. Из роли экзекьюкционера вытащили, да? Не я и не Мэтт Кантри, потому что мы вообще... Я вам рассказываю. Я захожу в задание, закрываю. Я вижу, подо мной валяется Аси, Знат и Джонни. Я в Хурика проголосовал. Потом подбегает Литпут. Нажимает кнопку, встает Аси, и он репортит, говорит то, что я. Либо это восстановили экзекьюционера, либо я хер знаю, либо это прям очень тупой... Короче, мне кажется, но мне кажется, я не знаю, эмоционал Аси можно проверить. Повтори еще раз, Аси, еще раз просто. Еще раз повторяю, я стоял, задание делал, ко мне подбегает Джонни, вигилант, убивает меня. Падает потом Знат, его здесь убивает секунду. Хурикан. И его Литпут еще... Ой, Литпут потом меня воскрешает, понимаете? А если Вигелан... Хурикан убегает. Да, это просто сложно. Куда, Аси, я убегаю, я стою. Это реально было бы тяжело либо... придумать. Я просто не верю, Аси, что... Аси, а ты нейтральная был роль, да? Вопрос, если Вигелан убивает импостера, он не умирает? Не так, по идее, если сейчас Хурикан реально был предателем, игра закончится. Тогда все понятно, да. Какой закончился-то импостер? Остался еще один. Олег, ты шо? Ну всё. Так как я восстал из мёртвых, ребята. Теперь понятно, всё понятно. Ребята, так как я восстал из мертвых, я второго говорю, кто есть. Да. Кто? Да, да, можешь, наверное. Могу же, да? Я же восстал из мертвых. Думаю, да. Давай, да, давай. Можно. Мэтт Кантри.
Let's go! Я просто что-то не подумал, что ты изначально мирным был. А это разве честно? Это же типа изи. Я же воскрес. Ну, шансов, что его поднимут, нету вообще. Ну, маленький шанс. Такое бывает один на 100 каток, чтобы ты понимал. Да. Окей. Надо вам просто как-то было предотвратить. Я даже успел ничего сделать, я уже спалился. Летпут выиграл игру. Ну, это вообще... Капет! Летпут, это лучшее использование этой роли, которое у нас было вообще. Просто максимально жестко сделал. Бля, кстати, охуенно, на самом деле, что я именно тебя убил, вот такая хуйня. Вот реально, это невозможно придумать, понятное дело тут. Бля, как всегда, Летпут всех разъебал. Не молча, да. Оу, мэн. Let's go. Только не говорите, что на мне трек, пожалуйста, не говорите. Не говорите, что на мне трек. Так, приврать. Блять. На камерах я. Ага. Где ты пошел? В медицине убили его. Это не хуриканы. Это не голландские. Это не Аси. Лежит. Да, это не кофе. Это не хуриканы. Это Ася. Знат 51 сейчас заходит на в медицину и делает summer report. Поздравляем. Нет. Да, это остается либо Литпут, либо Чупикс, либо Джонни, либо Знат. Я на камерах прям сейчас. Я на камерах прям сейчас. Нет, я на камерах не придумываю чушь. Я подожди, Знат. Нет, Знат. А дело в том, что камеры горят. Давай не пизди. Не знаю, нет. Ну ты не знаешь, потому что... Я добежал до камер, потом решил вернуться проверить. Вернулся, и там труп. Знат, я сейчас стою на камерах. Камеры, вот, камеры глистают. Залез в люк, вылез в камеру. А, Знат, если ты чекал камеру, то ты, наверное, увидел, как люк открывается. Что-то ты немножко Джонни, пиздишь. Да. Да нет, я сейчас стою на камерах. Да нет, это Джонни. Не Джонни. Нужно... Знат, когда материться начнет, тогда... Короче, ураган экзекутионер, Знат... Нет, это Джонни. Знат зашел сейчас, типа, в медицину и репорт медкантри. Я на камерах видел, как он зашел. Нет, это Джонни, Джонни. Это Джонни. Ладно, даже. Ураган, понял, что ты экзекутинер, можешь не вспомнить. Да, это мне, Джонни. Мне нравится Чупикс, профессиональный уже психолог, знаете, такой он чисто. Спокойно, по фактам. Когда материться начнет? Кекайте, Джонни, это Джонни. Ну, знаю, бы кричать. Да, короче. Бля, я не знаю, как ухавать это, что Ураган говорит, типа, блядь, все, экзекутинер опять победил. А чё замутился? А, Джонни? Сука. Слишком жестко, конечно, сделал, ну похуй. Давай, Чупикс, Баунти Хантер, поехал. Ну, Вигелан, там давай Зната, разби, выеби Зната. Разбить Зната. Здравствуйте, я экзекуционер. О, минус Олег, ну это... Ладно, никого прикрывать не буду. Знат, что ты молчишь? Я кнопку нажал в центре стола, я не знаю, где круг. Короче, второй это Ася. Легко. Нет, я могу доказать, что это не я. Да не, похуй. Люк заблокирую. Ася, я экзекуционер. Мне можно доверять. Ну давай кикнем тебя нахуй тогда. Не, тебя сначала кикаем, потом экзекуционера. Тогда это голландский остается. Ася, знаешь, почему я не экзекуционер? Потому что я саботаж починил. Да вы чё гоните? Ладно, спасибо за доверие. Пиздец. Давай чё, пиздец, разобьём. Пиздец, блядь. Замуть. Один-один казах, блядь. Один-один казах, блядь. Ребят, все хорошо. Я эту падлу убил. Все нормально. А то он слишком много базарил. Я не верю, что у нас еще нейтральные роли остались. Я... Подожди. Голландский, что это было? Я знаю, ты убил только что при ком-то из вас. Да. Да? Serial killer, ББ. У нас по-любому один предатель оставал. Это serial killer. Стоп. Если ураган в меня так вкидывает, значит, присмотритесь к урагану, нет, в следующий раз кикайте 100%. Стой, не-не-не. Он не serial, потому что он саботаж снизу починил. Все, рот закрыл. Да. Мы с тобой чинили, кстати. И чё? Но я попал 100%. Я вам говорю, за виджиланта главное знато просто, мать. Это, ну, 100%. Нам надо выбирать голландский. В смысле, что вы экзамен выбираете? Или вам надо выбирать? Потому что, типа, мы саботаж чинили, и типа только... А что в прошлом раунде было с Аси, я не понял? Я не знаю, я просто в прикол это сказал. Ты же в кино. Я в прикол, я и в Джонни в прикол это сказал. Ну, блядь, ну просто смотри, я не могу быть нейтральной ролью, потому что я починил саботаж.
Это импостер может быть, который... Ребят, лучше... Литпут просто на первом килле, он был прям 100% справа. У нас справа. Нет нейтральных ролей, я уверен. А, Чупикс, а ты как раз на мед ходил же, нет, разве в первом раунде? На мед. Не ты ходил? Я не на мед ходил, я качал файлы справа с Литпутом и Ураганом. Ураган тоже справа. Чупикс, здесь вы оба так стояли, да? Мы втроем там стояли. Литпут качал файлы, я подбежал к нему тоже качать файлы, он ушел. И после этого репорт. Я сейчас выпаду просто. Литпут такой убийца просто. Никакой интриги. Да. На, а вы вообще сейчас из какой логики исходите, я не понимаю. Из доверия к ближним. Каким ближним? Вы вообще, блять. Это урок Ган может быть вместе с Галычем убийца две. Не, не может две быть. Чего? Короче, не, на самом деле тупо. Я на камерах реально стоял, знат. Просто ты, блядь, видимо, не видел ничего. Подожди, нет, у меня-то как это было? Я пришел на камеры. Ну. Потом решил вернуться назад. Ну. Я вернулся назад, и там труп. Нет, нет, знат, ты никуда ничего не забегал, знат. Я в невидимке же видел, когда ты ушел, блядь. Я дошел до камер, потом ушел обратно. Зна, ты ушел, ты не заходил в медицину даже, блядь, ну я кому ты пиздишь? 51. Я же, смотри, Знат, изначально, я захожу в медицину, убиваю Mad Country, иду в инвиз, никто в медицину не заходил. Как ты обратно вернулся, если ты ни разу не заходил туда? Я же в невидимке. Как Mad Country туда забежал. Знат, я в невидимке. Так ты не забегал в медицину, в том-то и дело. Я же невидимки видел что-то. Мы бежали в Мэтт Кантри налево. Он пошел в медицину, я пошел на камеру. Потом я пошел с камеры обратно в медицину, и там труп Мэтт Кантри. Хорошо, а то, что камеры типа горели, почему ты говоришь, что они не горели, если они горели? Я за это вообще не смотрел, мне какая разница. Ну так, а что прикол, типа, камеры же горели? Я понимаю, знат. Но почему всем похуй на... Я реально тоже не понимаю, блядь. Джонни, а ты когда в инвиз входишь, убивая, ты выходишь из инвиза или нет? Нет. Чё, опять киллы сверху, блядь? Я вот прям так говорю, что там опять киллы сверху, блядь? Я поверил. Да вы угораете! Нет, ребята, это прям на моих этих глазах, они оба упали. На этих глазах. Короче. На моих этих, как их там, блядь. Короче, вот в столовке возле люка, короче, два трупа лежат. Я не знаю, кто кого проверил, либо кофе знато, либо... Короче, я вот реально такой метеорит выполняю, думаю, что там опять килы сверху, блядь, реально. А что было-то? Два трупа упали? Да, они, я уверен, что они... Кофе ровно, блядь. А мы кикнем на всякий случай Чупикс. Не, Урагана. Не, Джонни, тебя. Нет. Слишком подозрительно говоришь. Нет, корону сними, блядь. Не, Джонни, потому что все слышат Урагана всегда. Не, сейчас меня кикнут. Я не знаю, если вы сейчас пор... Я уже охерел. Я бы не удивился. Урагана два импостера. Джонни, идем со мной? Я вкинул. Нет, я с тобой не пойду никуда. Мне похуй. Пойдем. Нет, я никуда не пойду. Я выполню задание. А задача выполнить быстрее всех задания. Блять, ну пиздец, конечно, задание выполнять. Ёбаный сука. Опа. Чините, плиз. Опа, флешка. Чупикс. Литпу. И догонишь. Красный. А, Мэтт Кантри, это Мэтт Кантри. А, это ты? Не-не-не, а, ты меня хочешь обвинить? А ты в курсе, что ты сейчас зря меня будешь обвинять? Короче, давай. Около меня стоит Литпут, и переходит Джонни, и с флешкой прилетает. Короче, я сейчас буду конченым уёбком, если я вам пижу. Стоит Литпут с Чупиксом, и, короче, ну, типа, летит флешка, я вслепую, короче, вокруг столовки бегаю, чтобы меня не догнал. И, типа, я убегаю вниз, проверяю, типа, мертвый Литпут, и рядом мне Чупикс, но по-любому... Джонни, смотри. Давай. Тут два варианта. Давай. Либо ты врешь. Нет, я серьезно. Либо это пришел невидимка, и никто из вас не виноват. Или призрак. Но так по всему сюжету... Джонни. Не, стоп. Чупик миллион процентов. Можно я скажу еще? Я Чупикса видел. Если Чупикс отошел от трупа, наверное, это Чупикс. Ребят. Я объясню, хотите? Я не знаю, почему Мэтт Кантри молчит. Можно вопрос? Не знаю, почему Мэтт Кантри молчит. Давай. Что, я с Галычем бегал все время, типа. Аси Мэтт Кантри, вы верите? Я верю тебе. Прикол в том, что мы с Мэтт Кантри из столовой
Литпут ФК стоял, убежали вниз чинить свет, и оставался в столовой ты, Чупик. Ну, вот блядь, это да, миллион процентов. Не-не-не, голландский, не-не-не-не-не-не. Я кое-что видел, я верю. Мэдкантри, ты веришь, что я мирный Мэдкантри? Построим? Я ничего не видел. Короче, Аси, ну, Аси, я подхожу, Чупик с Литпут вместе, флешка, все, я убегаю прятаться. Чупик, смотри, мы втроем бежали чинить, типа. Ты в медпункте стоялся, в медпункте стоял с нами. Короче, я миллион процентов, я не пищу, я... Чё ты молчишь тогда? Да вы чё? Поняли. Вы вообще... Я вам серьезно говорю! Я стоял в Акашу, потому что читал ролик, я до сих пор... Джонни Галл Мэд Кантри. Где, подожди, Чупик, где там Мэд Кантри? Я не видел там Мэд Кантри. Я просто говорю, Джонни Галл Мэд Кантри. Нет, Чупик, я тебя выкину нахуй. Мне похуй. Свет оффается, понятно, блядь. Не бойся, не бойся, не бойся, нет. Нет, Аси. Ураган, блядь. Нет. Короче, пойдем, пойдем, пойдем срочно. Надо было реально Оба, срочно... Галбанский, как дела? Короче, Джонни Голландский остается. Нет! Ураган, блядь, если поверь что, еще раз! Я с Аси на кнопке был, не твори хуйню! Так, ураган, Джонни, ураган, за прошлый ураган, раунд ураган. Ты... Блядь, ну какой за прошлый раунд, блядь? Я еще раз говорю, Джонни, как произошло. У нас с Чупиком скан, ты гонишь в него. Ты скажи, ну все, все. Образом не подожди, 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 хорошо. Голландский стоял с нами, и он вырубил... Все, 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 ладно, окей, хорошо, все, кикайте, все, ладно. Все. Я похуй, все. Я поэтому, Джонни, тебе и говорю, типа. Здесь как сложно. Я починю цвет, кикните, окей. Окей. Ураган, у вас миллион процентов скан с Чупиксом? Да, миллион, миллион. Все, миллион, тогда миллион, это Аси. Я вам... Нет, один... подожди, подожди, подожди. Ураган, я тебе серьезно говорю, поверь один раз. Если я тебя сейчас наебал, можешь мне никогда в жизни не верить. У тебя есть это... пруфы, у тебя есть пруфы. Да, у меня есть пруфы. Я могу посмотреть роль, но у меня слишком много заданий. Давай подожди. Так, смотрите внимательно. Кто у нас может прыгать по люкам? У меня самая замечательная роль просто, я вам так скажу, и все. Это короче, все эту роль все любят из мирных. Если у вас миллион процентов скан, то это Аси. Да. Это я вам серьезно говорю. Не, это миллион процентов Аси, если тогда у вас у обоих скан. Подожди, стоп. Ты говоришь, миллион процентов убил не ты, да? Да. Короче, Джонни не убивал, он кинул флешку. Нет, и флешку! И флешку не кидал! И флешку не кидал! Окей. Ну, ты импостер. Нет, значит, я и не сделать. Импостер, ну, я же сказал ты, роль, ураган. Ну просто знаешь, тут идет такая штука, то что тут может быть игра слов. Ты говоришь то, что вот, можете меня считать пиздоболом проще, типа, всю жизнь. То, что нет, ты нет, не нет, убивал. Нет, 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 я не убивал, я не делал ничего негативного. Я мирная роль, которая хочет вам помочь. Но из-за того, что слишком много заданий, я не могу вам помочь. Поэтому, если у вас у обоих 100% скан, то значит это Аси. Все! Игра пройдена, все! Бля, у него эмоционал какой-то слишком хороший. Аси, нет, стой, не говори лучше ничего. Да, ты сейчас рынешь. Прям конкретно. Аси говорит, что он крюмейт, я тоже крюмейт. Так может быть? Ну, вообще... Ну, блядь, вы... Подожди, Чупикс, ты урагана проверил? Сука. И ураган, ты проверил Чупикса 100%? Да. Блядь, так это Аси! Может, скипнем? Нет, да, ну давай. Это Аси. Я никому им не верю, блядь. Вы оба мутные, вы оба мутные. Ну хорошо, а если сейчас... А может нейтралка осталась, нет? Может, конечно. Ну так это что ты, блядь. Нет. Хорошо, я пойду быстренько попробую заспидранить задание, окей. Плагио Берриер, может быть? О, реально, походу, Плагио Берриер... Так это делает, блядь. Интересно, есть ли килл? Проверить надо. Блять, флешку кидает. Если что, это из-за этого. Все. Короче... Ураган, пожалуйста, один раз в жизни. Просто откинь все. И проголосуй Васе. То есть ты хочешь сказать, что я, блять? Это сделал второй импостер, который в спектаторах кидает флешку. Да, я это понял. Кстати, да, голландский мог быть флешку кинул. Если Чупикс с ураганом 100% сделали скан, значит все. Роль. Ураган, ты нейтральная роль? Нейтральная роль не смогла бы делать арсонист, задание. Нету арсониста. Аси, если бы ураган был нейтральной ролью, он бы не смог сделать скан Чупикса. Да я крюмейт, тогда ты, у тебя актер. У меня инвестигейтор. Я крюмейт. А кто тогда, блин? Урагану я верю, потому что он скан проходил, я видел это, а не Чупикс. А я, может, играться погнал тогда, блядь? Ну не может быть тогда такого!
Какая у тебя роль, Аси? Блядь, Джонни. Нет, победа, ураган, я не пиздел, победа, я не пиздел, ураган. Победа, Джонни. И сейчас ураган, блядь, выигрывает. Все, я теперь охуенно, нельзя честно верить, Джонни. Все, я тебе, блядь, ну... Бля! Ну, ураган! Ну, Аси по-моему просил, Аси по-моему просил. Ну, блядь! Типа, вот единственная фраза от Аси. Бля, ну я же... Понимаешь, почему ты в подозрениях был? Ты типа, Чупик такой, ну чё, Джонни, меня гнать будешь? А у нас скан, блядь. Просто я Джонни с таким же криком раньше наёбывался. Ну, всё, понял. Да, он что-то потом использует в свою сторону, типа, поверь один раз, а потом нахуй. На пиздит, блядь. Нет, ну, блядь, ну, понятно, да, уже реально понимаю, ну, блядь, Аси в рот тоже по эмоционалу, блядь, еще сам себя закапывает, даже я не понимаю тоже. А как... что мне нужно было говорить? Против кого мне пиздить? Просто молчать. А что у тебя за роль была, Просто молчать тоже кикнуть, ну, блядь, этот флешбэк, это я... я думал, твой тиммейт, блядь. Я, короче, сделал как, свет вырубил, возле вас прошел, флешку кинул, убил. Бля, я не видел просто вообще тебя. Аси, блядь, флешки выучил. Фух, ну благо мы эту потную катку вытащили, пиздец. Благо мы реально это сделали, охуеть. Фух, это реально была одна из потнейших каток, пиздец. Ну, бля, ну пожалуйста, хватит. Отомстил я этому гаду, отомстил. Отомстил! Спасибо. А что он такой? Ну, вы понимали, у нас роль вот этого визионария, блядь, просто в мем уже превратилась. На рандом, Вегелан. Вообще насрать на что. Пошел нахрен отсюда. Аси, ты следующий. О, ни хрена себе. Ни хрена себе. Ни хрена. Я правильно понимаю, что если он за Вегеланты, то убивая и не умирая сам, значит это был импостер или неправильная роль. Либо сильный убийца, либо плагиобир, там 4 роли. Всего 4 таких. Да, я уже... Батю с собой. Но это если ты веришь эмоционалу, а так это может быть еще импостер. Нет, сейчас надо, знаешь, почему можно поверить, потому что это жесткий эмоционал. Опа, закрываем люки, но это не я, ребят. Трек на литпуте. Давайте проследим за литпутом. Рыскает туса. Ну, вроде выполняет. А хотя нет. Хотя нет. Подожди. Подожди. Блин, я казаха просто хочу кнопки вернуть. Он просто убежал и за собой закрыл эту. Бля, знат. Ну, в разряд на самом деле кнопку нажал, просто пошел, нашел бы. А у меня импостер все равно убьют, если я сейчас не найду Аси. Это Аси по-любому, мне надо его убить. Знат, никто, знат, никто бы тебя не убил, знат, тебя никто бы не убил. Знат, тебя никто бы не убил. Почему? Ну, блядь, ну, ты намек пойми, блядь, ебаный твой рот. У нас нет вардинов никаких, алло. Блять. Блять, короче, да. Кто ему роль Вегеланта? Бля, импостеры, отхуерьте его, по-братски. Аси, не убегай от меня. Пошел нахуй мирный, блять, пошел. Джонни, я тоже. Был бы я импостером, тебя отхуярил бы уже давно. Дайте трек опять на литпута, дайте трек на литпута, пожалуйста. Дайте трек на литпута. Да зачем на знато давать трек? Голландский влюх хотел пойти, нет? Кого там встретил? Знато. Аси встретил? А, закрыли дверь, блядь. Пошел нахуй, Чупикс. Что это было сейчас? А, подожди, знат ошибся в ураган. Твою мать, вы угораете, 3 килла. Подожди. Я вбегаю в медпункт, там падает труп Джонни и знат одновременно. Нет. А. Подожди, так знат... еще Мэтт Кантри умер. Подожди, или знат проверил Джонни, или что было? Я хуй знает. Подожди, я одновременно знаю, прям? Нет, там, знаешь, почему-то труп Джонни позже упал. Я не знаю, почему. Чего? Короче, я прибегаю, смотри, валяется труп Зната, и падает труп Джонни следом, как только я захожу. Я поставил 3 секунды. Блядь! А где труп Джонни был? В коммисте? Медпункте, да. Медпункте. Джонни, я думал сначала то, что Джонни трекер. Он был ретрибрютионистом, убивают Зната. А, он же его воскрешал, не надо было репортить. Не надо было репортить, блядь, точно. А я знаю, я забыл про эту хуйню. Блядь. Ебать, там Аси! Блять, там Аси, блять! Нат был по треке слева, потом убегал я из медотсека, туда вбегал Аси, Джонни. И все, что я видел. Че 10?
секунды до воскрешения. Не, я не знаю сколько, но, по-моему, когда меня... Нет, там долго, там реально секунд 5. Я в электрике задание сейчас сделаю. Нет, когда в тот раз меня ты воскрешал, я имею в виду, я не помню, сколько секунд было, но... больше. Там секунд 5 было. Но это все равно долго. Подожди, смотри. А можно карту как-то подчистить? Нет, уже нельзя. Если так отталкиваться, либо знат попадает по Олегу, именно в плане импостера, и Олег ему начинает мстить в плане закрывать двери, скип, да. Либо это реально Аси, но сейчас мы пока скипаем. Опять ураган командует игрой, блядь. Что ж такое? Нет, просто я грамотно рассуждаю. Пушки кинули. Хавайте, хавайте, ребят, то, что, блядь, Аси убегает, блядь. Хавайте, ребят, хавайте. Ну-ка, что будет происходить? А что, Пикста не может починить? Фух. Понятно. Нормально. А это в инвизии. Рун от меня убегает, вам похеру. Слава, понимали? Что-то все забыли реально это. Я, кстати, не знаю, как знат, ну, типа, так проверил меня, потому что я был сурвайвером. Ну, так ты это по факту... Это нейтрально. Тогда ты хуёво кил. Да. Литпут, а ты сказал, что ты в электрике был, а там трека твоего не было. Чупикс, ты не видел, как Аси с Ураганом вместе бегут от Зната, блядь, и просто двери за собой закрывают? Ну вот. А я это увидел. Это меня сейвил Ураган. Я понял, что он сейвил тебя, я поэтому, как увидел, что Знат умер, и типа я начал его поднимать, и приходит Чупикс и репортит, и все. Кто трекер был? Кто-то специально... Блядь, спасибо тому, кто трекер поставил на Зната. Я вижу, что он там, короче, медицину мне Ураган получил. Короче, смотри, как было. Сейчас я объясню. Я в медицине застрял, ну, то есть ураган меня запер, там вижу по трекеру, короче, там Знат прям возле входа стоит медицину, а там дверь закрыта. Я беру в инвиз, захожу, Знат убиваю, ухожу, короче, там ничего не придет. Я вижу просто, что ты в медицине был, и потом тебя нет в медицине, а сразу, ну, хотел пойти на кнопку нажать, но вижу, что Знат умер, а Знат, типа, ну, нужен нам в игре, поэтому я решил его возродить. Ну, в этот момент прибегает Чупикс, и мое возрождение в нахуй убирает. А ты можешь когда уменьшить? 3 секунды. 3 секунды. 3 секунды, Чупикс. Я вроде 3 секунды подождал. Нет, ты не подождал. У тебя было 3 секунды. 1, 2. 1, 2. 1, 2.